Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда – это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам. И это вызывает к жизни другие, еще более острые экстремистские проявления. Вот Абдо взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Но зачем же нам до этого допускать? Вот эта свобода, она должна быть внутри и должна проистекать от уважения ко всем, которых касаются такие или иные действия. Я вот уже говорил о том, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и мы привыкли в основе своей относиться с уважением к интересам и к традициям друг друга. Это действительно такая очень мощная база существования, основательная база существования России как многонационального государства. Вот чувствуется, что в других странах мы наблюдаем дефицит такой культуры общения. Зачем же нам этот дефицит, как иммунодефицит, переносить в нашу среду, в наше общество?